Доброе утро, друзья! Меня зовут Ашхен Погосян. Сегодня суббота, и у меня есть рецепт вкусного нового завтрака. Готовить будем яичные роллы с авокадо и зеленью. Всего 10 минут, и эффектное блюдо будет на столе. Что же нам понадобится? Помидоры, авокадо, лимон, соль, крахмал, вода, сливочное масло, мягкий сыр, яйца, молоко и растительное масло. Первым делом нам нужно разбить 2 яйца в отдельную емкость. К яйцу добавляем 2 столовые ложки молока. Одну столовую ложку воды. И одну чайную ложку крахмала. Все тщательно перемешиваем. Так. Перемешали и теперь взбиваем тщательно. Добавляем немного растительного масла и будем жарить омлетные блинчики. Так, примерно треть массы выливаем в сковороду. Готовим омлетный блин с двух сторон до румяной корочки. Пока обжаривается блин, возьмем с вами авокадо. Разрезаем его пополам. Так, очищаем его. Так. Перекладываем авокадо в отдельную миску, разрезаем один лимон пополам и сбрызгиваем авокадо лимонным соком. За счет этого авокадо не потемнеет. Теперь нарезаем помидор кружочками. Перекладываем помидоры в отдельную емкость. Сюда же к помидорам добавляем мягкий сыр. Добавим немного соли. Чуть-чуть перца. И мелко нарежем укропа. И отправляем зелень к помидору и мягкому сыру. Приступаем к формированию ролла. По всей поверхности блина распределяем начинку с мягким сыром и помидорами. Сверху добавляем немного авокадо. И заворачиваем в ролл. Разогреваем сковороду. Добавляем кусочек сливочного масла. Масло полностью растопилось, поэтому выкладываем сформированные роллы на сковороду. Обжариваем роллы по полминуты с каждой стороны для образования румяной корочки. Роллы уже обжарились, выкладываем их на тарелку. Предлагаю разрезать и посмотреть, какая же начинка у нас внутри. Украсим наше блюдо яркой зеленью. Если вы устали от обычного омлета и глазуньи, то предлагаю приготовить вам ролл с авокадо и зеленью. Я уверена, что такой завтрак вы будете есть с удовольствием всей семьей. Хорошего вам настроения и отличного дня! Ну а мы с вами увидимся через неделю на телеканале ОНТ. До встречи!